мама. Действительно американские горки. Как в Кёльне. Мы в Кёльне. Представьте, какой у нас вид транспорта сейчас. Это явно не метро, не трамвай, не автобус. И мы поднимаемся вверх. Мы все выше и выше. 4 евро стоит поездка в один конец. Это офигительно. А тут ручек нету, за что держаться. Что-то сегодня, кстати, неплохая погода. Нет, дождя. Рейн внизу. Действительно, смотрите, внизу река Рейн. Проплывает. Проплывает? Проходит, проплывает. Вау. К сожалению, путь не такой длинный. Мама. Вот это уже, извиняюсь, можно опысаться. Ой, Лен, чуть-чуть опысаться. Не надо. Вау. Да, батарейка уходит. Это супер. Это того стоит. Вау. Обалдеть. Вау. Ну ладно, может, вон тот снял? Тот мост. Да. Ну ладно, может останавливаться, наверное. Остановите нас здесь, мы сойдем. Ну ладно, ладно, что-то здесь происходит. Мы выключаем камеру. Привет. А вон Кёльн арена. А, кстати, да. Там она похожа на Уэмбли. Там выступал Робби Уильямс. Да я пожал его руку. А вот собор, вы смотрите, какая красота. А сзади вид тоже. В общем, как-то так. Батарейка садится. Надеюсь, мы удачно прилетим назад. Надеюсь. Да. До встречи. До встречи в Москве.